Ребят, здорово, Шамшурин. История следующая. Значит, смотрите, я расширяю команду свою и хочу сделать, воспитать себе двух тренеров новых. То есть одного тренера в Москве, но это должен быть, мягко говоря, адекватный человек. Вот. И, соответственно, такого же не менее адекватного одного на Петербург. То есть я хочу сделать так, чтобы у меня появилось два новых тренера. Вот. Для этого мне нужны толковые парни. Вот. Плюс мне нужны люди, которые будут заниматься продажами, то есть обзвоном базы и так далее. То есть те люди, которые умеют хорошо продавать и говорить с людьми по телефону, то есть вообще общаться по телефону. Эти люди обязательно должны быть в курсе этой темы, то есть что-то проходить или как бы хотя бы там долго смотреть, интересоваться, то есть, ну и с хорошо подвешенным языком, с хорошими навыками в продажах. Значит, история следующая. Те, кто хочет попробовать себя в этом, не просто попробовать, мне не нужны временные сотрудники, мне нужны люди, которые будут работать здесь долго. Я предлагаю следующее. Под этим видео есть электронная почта, в которую вы можете написать свои данные. То есть там должен быть ваш телефон, ваше имя, сколько вам лет. Поверните направо. Работали ли вы ранее продажах, и если да, то что продавали. Прямо 2 километра. И соответственно, если вы хотите по поводу работы маршрут тренером, перестроен через 600 метров, поверните направо. То есть если кто-то думает, что я до этого продавал пылесосы, теперь хочу работать тренером, почему нет? Потому что нет. Значит, история такая: если кто-то нацелился всерьез на то, чтобы стать тренером в моей команде, нужно сделать следующее. То есть первое, что вы должны сделать, вы должны уже до этого пройти какой-то мой тренинг, либо пройти, который будет вот в 9 числах августа, 9, 10, 11, 12. Ну, либо, соответственно, если вы уже ранее проходили какие-то мои обучающие программы. То есть это обязательно. Плюс в этом тренинге вы должны быть, мягко говоря, лучшим. После чего я на вас смотрю, и если как бы вы нормальный, адекватный чел, то есть вы должны будете пройти какую-то стажировку, я лично буду вас стажировать. Вот, опять же, это Москва и Питер. И, соответственно, стажировка будет проходить в этих городах. И после этого потихоньку будем выпускать вас как тренера. Но мне нужно, чтобы тренер, который будет у меня работать, был очень крутым. Потому что это качество моего продукта, моей услуги. Здесь нужно очень много знаний будет получить от меня, впитать их. Я скажу, что нужно будет обязательно знать, читать, пройти какие-то программы, видео посмотреть и так далее. Здесь очень много такой сложной работы. И если вы серьезно нацелены на это, если вам это нравится в первую очередь, то только поверните направо. Пишите в эту же почту, что вот там привет, я хочу стать тренером. То же самое. Сколько лет, что проходил, что не проходил, мобильный телефон для связи и так далее. То есть как-то так, ребят. Ну и напоминаю, прямо что 1 километр. В принципе, для тех, кто собирается попробовать себя как член моей команды и вообще просто прокачаться, у нас, значит, 9, 10, 11, 12 в Москве будет групповой тренинг практический, который я буду вести вместе с Юрием Сенцовым. Это будет только практика, теорию вы получите заранее на видео. На этот тренинг вы также можете записаться под этим видео, там есть ссылочка на сайт всетвои.ру, там есть все подробности, там и записывайтесь. Итак, резюмируем, значит, нужны продажники, крутые, толковые ребята. Хотите быть продажником, в почту пишите внизу, кто вы такой, сколько вам лет, что продавали и так далее и тому подобное, телефон, контакты и прочее. И я хочу воспитать двух новых тренеров. Я постепенно отхожу от дел, мне, честно говоря, ребята, ну, я перерос этот проект уже давным-давно, и у меня в планах, скажем, в этом году постепенно с этим проектом подзавязать. То есть я буду что-то вести, какие-то VIP-индивидуалки редкие и дорогие. То есть, но вот с точки зрения каких-то более простых тренингов, я считаю, что все, с меня хватит, я уже наработался, пора расти дальше. Поэтому мне сейчас нужна очень крутая замена, то есть люди, которых я могу с полной уверенностью поставить работать с клиентом, но
еще раз, это большой труд, это большая подготовка, это очень много знаний и навыков. Это личная стажировка у меня, и первый шаг для вас – это пройти обучение, собственно. Вы ушли с маршрута. Потом уже будем разговаривать, если вы это обучение достойно прошли, если сами себя смогли вытащить на новый уровень, тогда, значит, есть шанс, что вы кого-то другого вытащите. Если вы сами себя не сможете вытащить, то о чем тут дальше разговаривать? Все подробности на почту или по ссылке под видео на сайте все твои. Это был Шамшурин. Увидимся. Пока.